Они такие же дети, и это просто задание для них. И я думаю, что они просто талантливые дети, которые могут покорить вершины. И диабет этому совершенно не препятствует. For us at Sanofi, it's very important to provide the patient with the latest innovation in order to cope with their disease, to make their life easier, but as well to provide them with a patient support program to accompany them in the management of their disease. Ну, я почувствовала восторг и гордость за то, что все-таки я это хотела. И вообще это была моя цель. Я давно ее с детства хотела осуществить. Я вважаю, що це не є якоюсь такою границею їхніх можливостей, тому що, звичайно, для себе можеш довести, що ти підкорив говерло, і деякі це важко, так, це важко, але вони змогли це зробити, і всі молодці, хто тут зараз знаходиться. Я думаю, що в першу чергу кожен з цих дітей дійсно для себе ставить галочку о том, що він ничем не отличается от других людей, что действительно диабет не является никакой помехой ни для восхождения на какие-то вершины, ни для какой-то полноценной нормальной жизни, ни для каких активных сложностей, что они полноценны и даже во многом лучше, чем другие люди. У меня мечта вырасти и стать бизнес-леди и шеф-поваром.